Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я приготовила нектар из абрикосов и вишни. Вот такая красота. Начнем. Вишню я промыла, очистила от хвостиков. Теперь череда косточек. В моем саду растет три сорта вишень. Первый — это шпанка, из которой я готовлю варенье, сухое варенье, замораживаю на зиму. Этот сорт вишни, у него вот такой длинный хвостик, и он более яркий, вот такой вот красный, не бордовый. Из этого сорта я заготавливаю консервацию на зиму в виде солений. А из мелкой, самой последней и самой, на мой взгляд, вкусной, я готовлю компоты. Косточки убирать можете любым вам удобным способом, при помощи гаджета, руками, как я, потому что в любом случае эти вишни будут измельчаться. То есть нам нужен сок, мякоть этой вишни. Вишню я всю почистила, она у меня в чистом виде на уровне 4 литров. Добавляю сюда воды. На уровне вишни вода здесь, и отправляю на плиту. Вишня закипает. Проварю ее буквально 2-3 минуты до мягкости вишни. И по возможности сниму пенку. Я это делаю, потому что если попались в вишни маленькие червячки, то они обязательно всплывут и вместе с пенкой поднимутся наверх. Все, отключаю плиту, пробиваю блендером. Я все-таки уберу вот эту пенку, а потом уже пропущу через сито. Вот такой сок, нектар, я так назову это, у нас получился. Теперь водой можно разбавить до желаемой вами консистенции и добавить сахар по своему вкусу. Я пока добавляю 1 стакан. Добавлю еще немного воды. Отлично. И теперь отправляю кастрюлю на плиту. Убираю огонь на минимум совсем. Собираем пенку. Набираю банки, не отходя от плиты. Банки у меня стерилизованные, воронка тоже. Накрываем стерилизованными крышками. Крышку один раз поворачиваем назад, затем закрываем. Проверяем. Накрываем полотенчиком и оставляем на столе до полного остывания.
По такому же принципу я приготовила нектар из абрикосов. И теперь вот заливаю в бутылки. Бутылки у меня стерилизованные. И рядом стерилизуются крышки. Крышки должны быть обязательно новыми. Заливаю тоже, не отходя от плиты. Получилась вот такая вкуснятина. Вот такая красота у меня получилась. Нектар из абрикосов и вишни. Консистенцию определяете вы сами. Можете немножко жиже сделать, можете гуще сделать. Надеюсь, вам понравилось мое видео, и вы тоже приготовите такие нектары. Не забудьте подписаться, поддержать мой канал лайками. Спасибо, что были со мной.